какой вы коварный, ей-богу. Ну, разве кто-нибудь знает? Нет, я, разумеется, ответить не могу, потому что очень большой диапазон. От того, что это вообще эпифеномен, до... мы не можем ответить на такой вопрос, учитывая, что мы не договорились даже, в какой части шкалы мы находимся. От простой реакции на что угодно, и тогда довольно много людей, которые считают, что сознание присуще всему живому вообще. То есть тогда это рефлекс, что ли? Ну, и до противоположного полюса, на котором сознание – это рефлексия. И тогда, как мне уже даже надоело про это говорить, тогда 99 и после запятой еще много девяток населения Земли сознанием не обладает, потому что рефлексии у них нет. Я не хочу никого обижать, но это же факт. Тогда мы должны постулировать отсутствие сознания, скажем, у детей. Это никого не обижает просто, откуда у них рефлексии. Ну, как бы читаем книжки там. Все ясно написано, и тогда никакого вида сознания нет у высокого ранга животных, с чем тоже большинство не согласится. Короче говоря, это очень такая опасная территория, и не хотелось бы дешево на ней выступать, как много людей это делают. Слишком сложный вопрос для того, чтобы мимо него так пропархивать. И не облегчает, кстати, ситуацию, если встать на позицию, что сознание появилось тогда же, когда Вселенная, то есть оно везде рассыпано. Может быть, оно и рассыпано, но ну, как бы что нам делать с этой информацией? Ну вот что с ней, ну вот какой следующий? Рассыпано, хорошо. Я даже готова на одну секунду согласиться с тем, что сознание не здесь продуцируется, а что это приемник, который получает. На одну секунду, заметили, я согласилась. То есть секунда прошла, то есть я уже отказалась. Но я имею в виду, что вот эти ходы во все эти стороны, они не облегчают нам ситуацию. То есть что с этим делать, я не знаю, просто совсем не знаю.